Однако, здравствуйте, с вами Камиль, и мы продолжаем прохождение Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. В прошлой серии мы завалили гниющего, вторую великую душу. Теперь я думаю, куда бы нам пойти. А, и нашли, кстати говоря, хорошую палку-копалку для нас. У нас есть роща охотника. У нас есть... Что еще есть? Так, темные руины. Ну, из темных руин мы, по сути, прошли к дверям Фараса. Могиле святых. Можно сходить, кстати, здесь у нас, может быть, кого-то призовет к нам. Кто знает. По-моему, всех завалили, расщельни всех завалили. Во, это уже DLC открыто. Тогда получается либо роща охотника, либо Redstone Цилдора. Давайте-ка сходим сначала вот сюда вот. Ой, нет, сюда вот. Посмотрим, может, нам кого-нибудь быстренько призовет. Мы же в Христиновом Ковенанте. А я люблю убивать людей. Ну вот. Так, да, здесь-то может сработать. Можно, в принципе, пойти в этот, в двери Фараса, там тоже... Враги будут призываться к нам постоянно. Ну, теоретически будут. Если наш уровень будет попадаться и вообще, и вообще. Но, кстати, костер говорит, что большинство игроков находится не здесь, да? В других локациях нашего уровня. Ну-ка, ну-ка. Основа рощи охотника. Ну, кайф. Давайте мы с вами сначала сходим, кстати, к Стрейду. Посмотрим, можно ли у него что-нибудь обменять за души. Еще интересно, куда делся Горилен Форд. Тот самый маг. Так, вихрь душ мне пока не нравится. Ну да ладно. Так, большая стрела души, вихрь душ, большая тяжелая стрела души, большая стрела. Хотя, щупарец. У нас же прокачанный меч рыцарь Хейда. Мы их всех ваншотим. Здорово, Стрейд. Черный властелин. Из южных земель. Он говорит про великую душу какую-то из них. Это хорошо, это я люблю. Необычные заклинания мне по вкусу. Кстати, что у него продается еще? Я тут хотел что-то еще купить. Интеллект увеличивает. Прожить здесь заклинание неплохо. И в принципе романтия, снять покров. Что делает? Убиваешь врага или вторгся темных духов. Прикольно, может помочь тоже. Закупили, давайте посмотрим, что он может там обвинять. Так, ну, кажется, будет меч забытой грешности. Грешницы, да? А, нет, нет, нет его. Окей, может, там кто-то еще будет менять на души, кажется, и вот у них будет еще оружие. Град душ. Выстреливает огромный сгусток душ, который обрушится на врагов. Заклинание подвластно лишь самым талантливым магам. Работает лишь в некоторых местах против определенных врагов. Ядовитый туман. Душа бойца Крестной гвардии, кстати. Пиромантия неизвестного происхождения. Создает плотное облако ядовитого тумана. Яд разъедает тело жертвы, нанося ей постоянный урон. Создатель этого заклинания явно считал, что его враги служат медленной смерти. А, скорпионашка. А, я понял, что это за град душ. Я его просто возьму, но мне он не нравится. Помните, Нашка в нас палила там по баллистической траектории, эти души летят. Да, более чем смогу. Так, ну давайте этот дверь Фараса, пока мы в крысином ковенанте. Доспех Ауруса. Кстати, там кольцо кошки надо снять. И поставить вместо него кольцо лазури. Синий. Чистый лазури. И теперь, наверное, мы вихрь может оставить пока временно для ПВП. Здорово, мамонт. Оп. 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 Добьем, пожалуй, мы его мечом. 206 урона мечом, нифига себе, тут у нас меч прокачанный плюс 6, хорош. Или даже плюс 7 его качнули. Как раз плюс 6, да? Так, ты Гирм. Здорово. А как я промазал-то столько раз, блин? Чувак. Ну, ты очень медленный, ты очень уязвим к молниям, судя по всему. Но, видимо, слабо уязвим к огню. Кстати говоря. Похоже на ловушку, да? Затруднение. А затруднения я не вижу.
Нифига он с наковальней, капец, мощный мужик. Как вы погибли, ребята? А, бить не мог. Понятно. С кем так сражались, что их забэкстебили? Драконий талисман. Окей. Ладно. А мы же Ксиное кольцо все еще... Да, все еще на нас. Ой-ой, пойди, что у меня ухо чешется. Секундочку. Смотрим, конечно, что у нас здесь еще есть. Фу, все, ужас. Приступ чесания за ухом. И не думайте. Я очень чистоплотный. Буквально час назад из душа. Так, все, Джинни. Кстати, есть где выпиленные идолы, которые мы все видели в расщелине. Кто-то скидывает, либо их заказали в расщелину. Вопрос. Что? Не сюда. Ну, спасибо, Кэп. Спасибо. Куча сообщений. Босс, приди, так что отступи. Какой босс? Вот этот босс. Ага. О, попал, гад. Нормально попал. Слушай, а ты не хочешь немножечко того? А, ты опыт по расе потерял? Все, избиваем его. Это нам сейчас бы все так, наверняка, что мы бы улетели, как от гриба, но тем не менее. Так, сапоги воителя Гирмов, где они? Во. Сапоги воители кочевников Гирмов отлично сбалансированы, надежно защищают, но очень тяжелые. Большинство потомков народа Гирмов сторонятся чужаков и глубоко презирают тех, кто когда-то изгнал их. Пес, кто их изгнал и за что? Друг, но враг. Это гениальная фраза, мне она очень понравилась. Ящерка, ящерка. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, ящерка, спокойно. Нас наверняка справа там будут пытаться бэкстебить или унесет течением. Вот, ну тебе нафиг. Окей. Ну что, схватит, это грубый камень. Хорошо, он здесь пацан сидит, чем мы его зарубим быстренько. Себе что-то шлифует на своей наковальне. Давай, давай, вставай. Получается ремесленник Гирмов. О, можно зажечь факел. Здесь у нас ничего, ясно. Сжигать факел не вижу смысла большого. Понятно, что у чуваков топоры кончаются, у этих двоих. Ё-моё. Типа закрылся щитом и все. А, ты даже не закрылся щитом, мне показалось. Да, большой шлем. Ё-моё. А что не дает, кстати говоря? Фу, испугался. 14 силы требует. Можно было бы его надеть, на самом деле. Силу качнуть. Мне кажется, мы силу качнем только ради того, чтобы носить тяжелую броню. Хотя, нет, тяжелая броня. Зачем она нам нужна, если у нас броня мага? Которая ускоряет наш каст. Мне она нравится. ХП и выносливость накачать. Вот что накачать. Куда я иду? Куда? Что это там впереди такое? Справа. Прекрасно. Здесь, соответственно, будет слева, да? Чертовски дорогое. Куча тел. А, нет, это проход дальше. А почему оно? Почему оно здесь? А, это палатка, думаю, какое-то огромное нечто стоит. Да, бухта предстанут Селдора. Ну, нам сюда пока не надо, мы сейчас зачистим локацию двери Фараса. Жалко, что Ковенант, ну вот этих вот, как звонарей, так и крыс, он не призывает по всей игре, он только в определенных локациях. Кажется, есть моды, которые позволяют вам призываться из любой локации. Ну, это, на самом деле, довольно удобно. И плюс в третьей части, допустим, вы, играя за псов Фарона, из любой локации призываетесь на защиту. А здесь почему-то только в конкретных локациях Ковенант работает. Дверь Фарс. Прекрасно. Мы, сами того не ожидая, пропустили опциональную локацию и прошли сразу к следующей. Ну, в бухте уже финальный босс. Чего? Что было? Мне показалось, тут что-то было? Или что это? Почему мы вообще все это видели? Очень странно, очень странно.
Странная фигня творится, господа и дамы. Странная фигня. Я все еще тут не дошел до нужной серии лора Дарка, чтобы рассказывать про Гирмов и прочее, но я думаю, буду это делать уже скоро. Я уже отсмотрел весь первый Дарк. Очень вовремя, скажете вы. Давно пора. Но лор второго не такой глубокий, как лор первого. Все-таки тут начала мира нет. О, к нам уже чувака призывает. Их прекрасно, прекрасно. Если он появится. Ой, прям здесь? Прекрасно. Так, стой. Я поклонюсь. Ты поклонишься? Ну ты разберись с ним, я тебя не буду трогать, конечно. Давай, убей его. Чувак, ты убей мамонта. Чувак, убей мамонта, давай! Ой, ладно. Прости, чувак, я... Ну, я хотел драться с тобой. Но мамонт тебя убил. Мамонт, MLG вообще, конечно. Я не понимаю, чего, чувак? Ну, да, тут вода, это очень сложно, но... Я не собирался ему мешать. Это прям факт. Он должен был понимать это, должен был. Тут еще крыса, которая ему задницу укусила. Просто это была крысиная засада. Натурально, я чувствую себя реально крысой. Прям на 24% из 25. Вот. Возможных процентов крысы во мне. Капец. Это было вообще максимально грязно. Ну, хотя бы вот есть свидетели в виде вас, дорогие зрители, что я вообще не пытался ему мешать. И я даже пытался навестись на мамонта, но я не могу на него навестись. Можно будет его побить-то. С другой стороны, хочется и крысой побыть иногда, не правда ли? Так, может еще кто-нибудь? Еще одна безвинная жертва, невинная. Интарная трава. Прекрасно. Ловушку можно открывать наверняка. Так, здесь можно призывать? Бедолаги. Я, наверное, единственный член Ковенанта крыс в этой игре на данный момент. А, и враги ко мне, кстати говоря, дружелюбные, значит, того, что я член Ковенанта крыс. Интересно делают камни Фароса. Вообще, по сути, можно реально пофармить чуваков и камни Фароса пособирать. У меня камни Фароса. Я, в принципе, два выбил за счет того, что двоих чуваков убил. Пять у меня. Там, кажется, можно дверь открыть. Ой, да. Которая сзади. Двумя. Кстати, видите, вот там крыса в низком FPS ходит. Это, кажется, косяк именно первой части Дарка. Так. А, подождите, можно только одну открыть, кажется. И не париться, да? Итич! Какой-то большой. Ну ты же дружелюбен ко мне, да? Конечно. Я же тоже крыса. Как ты. Прикольно, дружелюбная серия. Кто мог подумать? Я пью Сантира. Что за копье Сантира? И где оно, вопрос? Топор Гирму, кстати. На первый взгляд, грубое оружие, но при внимательном осмотре можно увидеть тонкую работу мастеров народа Гирм. Для человека тяжеловато, но для любого гирмского воина, как перышко, реально мощный. Копье Сантира. Это копье извлечено из каменной статуи. Местная легенда гласит, что ожившую статую Сантира победили именно с помощью большого копья. Возможно, это именно оно. Тем не менее, сложно использовать оружие на манер копья. Остается только размахивать им как булавой. Если я правильно помню... Где мой меч рыцаря Хейда? А, вот плюс 6. Насколько я помню, этим копьем можно драться, и в какой-то момент камень на этом копье разломается. Или это в другой игре, но может быть и здесь. И тогда у вас будет реальное копье Сантира, то есть полноценное. Можете этим воспользоваться, когда будете играть. Вроде это так. Я потом проверю, наверное, к следующей серии. Скажу вам точно. Как раз у меня чай кончится, я пойду за добавкой. Еще кто-нибудь есть? Ковенант крыс. Ковенант крыс атакует. Да, Ковенант крыс атакует. Так, а то мы бы этих гирмов бедолаг разбивали, разносили. Они вообще магии совершенно беззащитны. Еще ощущение, что я играю за имбу какую-то. Барьер искривления. Где он? А, вот он. Нет.
Так что это останки жизни? Окей. Это читали вроде. Барьер искривления, порча, искривляющее пространство. В течение короткого времени все заклинания отражаются. У ведьмака Джилея не было учеников, поэтому неизвестно, когда до нас дошли придуманные им порчи. Возможно даже, на самом деле у них был совсем другой автор. Требует 28... Нифига, 25 веры требует, жестко. Но у нас, кстати, скалирование от веры, кажется, на мече рыцархиды должно идти, да ведь? Или нет? Как help? Во, да, вера на меч рыцархиды влияет. Тут, кажется, различные ловушки мы открываем. Я вот не помню, про какие из них... Чувак, спасибо. Какие-то из них открывают именно двери, за которыми может что-то лежать. Так. Осторожно, резкий удар. Осторожно, ловушка. О! Чувака призывает нового. Пойдем туда. Посмотрим. Побудем еще крысой. Больше крысы, богу крысы. Так, где он призывается, интересно? Контон. Кто бы ты ни был, Контон. Бежали! Пацан там воюет. Сюда там, да? Да, вот он. Парень. Здорово. Тоже маг? Ну, давай. Давай воевать. Ты этот, далеко-то не ходи, или ты не маг все-таки? Подожди, ты хочешь умереть, что ли? Я не понял тебя. Ну ладно, хорошо, я посмотрю быстрее из нас. У тебя копье души есть, прекрасно, но я просто тупо быстрее, понимаешь? А вынос у тебя когда-нибудь кончится? Ну хорошо, что он меня, конечно, не ваншотнул, как этим копьем души. Скорость творения заклинания рулит. Такой еще типа, ну окей, что делать? Вихрь души, короче, он так себе, он вообще не быстрый. Не знаю, как его использовать. Пока. Ну ничего, фармим ключи камня Фараса. Мы крысы сегодня. Я назову это серия крыс. Крысы атакуют. Крысиный порядок. О да. И это даже не щелкунчик. Так, а мы уже можем перепрыгнуть, да? Теоретически. Да, срезать путь мальца в эту сторону. Теперь, что здесь сказано-то по сообщениям? Не смей. Теоретически вот этот нормальный, да, тогда? Тут будет, кажется, ловушка, правильно? Да, ловушка. Отступаем. Нормально. Что есть? Обломок титанита, нифига себе, клево. Ключками Фараса используем. Проверим, что у нас здесь. Ах вы собаки, нет, потратили зря, но мы только что его заработали, так что пофиг. Так, ну-ка давай, родной, давайте наставим сообщение. Действие. Нет, не действие. Вот размышление. Не смей. Да, не смей. Окей. Предупредим наших путников, товарищей. О том, что крысы тоже могут помогать. Да, да. Кто играл в этот в Total War Warhammer? Там скавины, большие крысы, они также разговаривают. Варпа-поклонники. Так, давайте по кругу здесь походим. Тут в конце локации есть. Здесь тогда слева. Слева, ну спасибо. А что, здесь сразу босс, что ли? Что, так просто? Ну, давайте локацию досмотрим, потом будем убивать босса. Я помню, там босс, насколько его... Как я помню, правильно или неправильно. Босс это... Крысиный гвардеец настоящий. То есть мы дрались с... О! А, это... Понятно, это, кажется, ловушка будет. Если мы вот это включим, то здесь что-то польется вниз на бедолаг, который будет к нам призываться. Мы, в принципе, кучу ловушек можем здесь активировать. Вот, чтобы драться более эффективно.
еще более по крысии. Но мне кажется, вода внизу это уже нормальный крысиный момент. И наша магия это вдвойне крысиный момент. Вся душа отважного воина. Кайф. Куча дверей. Прям реально куча. А, и мы здесь по кругу пришли, да? Давайте посмотрим, попробуем ту дверь открыть большую, если не точно что-то может быть. И потом потыкаем вот в эти штуки еще. В двери Фароса. Так, какая из них, как думаете, что-то... Бедная душа впереди. Короче, осторожно, бесцельность. Блин, только что, мол, там ничего нет, что ли? Удобство? Комфорт, скорее всего, написано. То есть, заодно можно, ну, списать, допустим, на обнимашки. И так далее. То есть, там, если я правильно помню, конечно, но если ты скажешь, там, comfort me и так далее, то можно расценивать как просьбу утешить тебя и так далее. Давайте ракнем еще один. Почему нет? Мы еще на халявах получили. Окей, куда это ведет? Неужели ко второй такой двери будет смешно? Ладно. Я потом почитаю, какие из них можно открывать, и будем открывать. А пока пойдемте... А это куда ведет? Там стена тумана. Пишут не сюда. Вот, помочь ключ. Не-не-не. Не сюда. Ну ладно, давайте все это оценим. Пробуем. Все, все ключи ко мне Фарас потратили. Мы два заработали, три потеряли. По сути. А, так вот мы, значит, да? Так, душа отважного воина. Ну да, это было бесполезно, спасибо. А вот здесь вот, сколько у меня ключей? Ключи ко мне Фараса. Три. Давайте используем. Потом еще пофармим, может там еще кого-нибудь призовут. Я потом, может быть, завтра сяду, просто посижу на этой локации и... Что я сделал? Ничего, да? Ну ладно. Как думаете, мы допрыгнем туда? Мне кажется, мы не допрыгнем. Вот что это за дверь такая интересная? Как туда попасть? Там что-то есть. Оп! Не долетели. Возможно, это место, куда можно попасть от костра. Давайте сходим к костру. С чего отправимся к боссу и завалим его. Конец испытания. Ну, кайф. Конечно, да, я потратил два камня Фараса просто никуда. Но, опять же, получили мы их тоже на халяву. Почему бы и нет? Гений-монстр. Уязвимость правая нога. Ну, спасибо, да, кстати, они хорошо подсказывают, потому что этого чувака мечники валят именно держать у правой ноги задней. Правой задней лапы, я бы даже сказал. Видите, наверху большая крыса. Подаю с чаем. Давайте-ка мы возьмем временно бинокль в руку. Будем стрелять по крысам. Попал, обидно. О, попал, нойс. Да блин, я это больно. Меня сейчас просто тупо завалят здесь, да? Спасибо, не надо, спасибо, хил, быстрее. Я умер, деда, прекрасно. Просто зашли и крысы нас уничтожили. А, да, крысы это ужас, это мощные чуваки, реально мощные. С крысами 40 части не сравняться, вообще не сравняться крысы 1 и 3. Вот совершенно. Ну ладно, заходим и рашим. Я думал, получится их зарашить, но... В смысле, убить по одному по-тихому, но не получилось. Нифига. Так вот, поехали. Так, ну давайте. А, мы навестись можем на них. Нифига себе. Хорош, блин. Кто упал? О, опять я. Прекрасно. Валюем. Ил. Нифига. Просто яд нас сносит за 5 сек. Это ужасно. И по крысе мы еще не попадаем. Но последний крыс надо валить мечом.
Потому что мы три раза по ней промазали, естественно, за это время она нас заедовала, отравила, в общем-то. Так, пойдемте. Проблема в том, что нашим заклинаниям еще нужно время долететь. Все, все, успели. На тебе, мразь. Ать! Да-да-да, сейчас я заднюю твою ногу приеду, спасибо. Ать! Спасибо! Тихо-тихо, спокойно, остановись. Братишка. Капец ты! Ты похож на собаку больше, чем на крысу, знаешь ли. Спасибо еще камере за то, что она мне помогает все это дело делать. Урон мы, конечно, ему адски наносим. Хил, быстрее! Ай, попал. Ай, опять попал. Какой ты потный. Реально потный парень. А, я не успел. Да хорош, серьезно. Не-не-не-не. А, больно. Да хорош, серьезно. Хил, быстрее. Бежим за него. Да блин, ты сдавал, родной, хорош уворачиваться. Пэм. Слушай, с тобой драться, походу, надо как с Мегиром и встречать. Я, конечно, сравнил Мегира с крысой, и вот я крыса. Все хорош. Не-не-не, я так просто тебе не дамся, я тебя раскусил. Я раскусил тему драки с тобой. Ой, это нехорошо. Ааа, по спине попал, псина. Точнее, крыса. И похилиться не дал даже, да? Хорош, спокойно, мы живем. Блин, попасть по нему не могу. Хорош. Я вообще маг? То есть надо бы искать магии, пожалуй. Но для магии нужна наводка, которая меня, скорее всего, убьет. Хорош. Хил, быстрее. Да ладно. Ладно, шел, видел. Прекрасно. Или попали. На тебя, родной. Очень нелепо. Бежим. Он сейчас снаряг поломает. Не-не-не, давай-ка ты просто умрешь. Фу, крысы — это самые потные враги в этой игре. Реально, я запотел, как не знаю кто. Фу. Кажется, знаете, это как крысы — самые потные враги в этой игре. Чуваки, которые которых ко мне призывало, скорее всего, того же мнения. Да, вот вторая дверь, скорее всего, которую мы пройти не могли, потому что здесь было... А, это был туманчик. Здорово, крысиный король. На тебе крысиный хвост. Я не знаю, сколько ему 30 хвостов, кажется, нужно для того, чтобы полностью прокачаться. Я не помню, что он за это дает. Потому что за плюс 10, за, и 20, за 10-20 хвостов он дает, кажется, всего лишь радужные камушки. Они нафиг не нужны. Давай. Так, что какой-то третьей части нельзя дать сразу все предметы. Пользовать по одному. А, в принципе, можно фармить крысиные хвосты, убивая бойцов крысиной... командиров крысиной гвардии прокачанным, будучи прокачанным. Спасибо. Ну, у него всякое разное. Все. Хорошо, шеф. I will not disappoint you. I swear.
Давайте-ка вернемся домой. Покачаемся. Там, кажется, нам на один левел хватит. Кто хотел качнуть? Интуда 40? Или ученость, кажется, я до следующего хотел уровня качнуть. Так, ну уровень. Все еще 4 чеки, кажется, 5 будет на следующем уровне. А, давайте, кстати говоря, этот. Выжрем какую-нибудь душу. Какую-нибудь бедную душу, которая обеспечит нам прокачку. Вот тебя, допустим. Одну. Этого должно хватить. Спасибо. Так, у нас фляг с эстусом больше нет же, да, то есть осколков. Так, ученость, шук-шук. Все, 5 чек, нойс. Там еще Южное кольцо плюс 1. И где сидит Кириллиан Фор? Вроде его больше нет в этом, в безлюдной пристани. Нету? Нету. Все, спасибо. А нет ли у нас еще пепла? Нет, пепла нет. Так что, пойдем в рощу охотника? Давайте в рощу охотника, пожалуй. А, нет, мы же бухту про сам Селдор открыли. Но в роще охотника просто противен, есть эти фантомы нашего уровня. Кто-нибудь может сюда? Может кто-нибудь вторгнется? К бедному ковенанту крыс. Так. Сейчас мы так сделаем. Кольцо поменяем на кольцо Кларанти. Плюс один. А, и заклинание, кстати, поменять. Я теперь могу взять что? Ну, вот это заклинание я... Это мне не понравилось. Ну, какое-то отстойное. Хотя против игроков оно может неплохо сработать, потому что оно будет сбивать стабильности вообще и вообще. Град душ, допустим. Ну, давайте используем его, посмотрим, что будет. Ну-ка, если так вот. Пускай мы начинаем тут шмалить вот этим вот этим делом. В принципе, можно его оставить. А вот эту фигню брать. Вихрь душ. Он, конечно, пугающий. Но вместо него можно поставить что-нибудь другое. Допустим... Шепоточение, что он дает? Снижает защиту врагов. Прекрасно. Пожалуй, нам это не нужно. Для того, чтобы взять просто... О! Наводящий стрел души подойдет, опять же, против людей. Сколько она будет работать, мне интересно. Что это за смех был сейчас? Ох ты, какой толстый парень. Кайф. Не-не-не-не-не-не-не. А, я же не человек. Воу, забыл. Возвращаемся. В человечную форму. Медленная поездка заключенного. Сюда за что вас? Ай, ё-моё, что же вот такие одинаковые удары у нас с вами? Все время. Ой-ой-ой, нас будут отравлять этой фигней. Пойдемте-ка этот. Зажжем факелок. О, здесь еще бабочки. Прекрасно. Шух. Развали нашими стрелами души. У нас их дофига. Хотя, конечно, луком было бы сподручнее. А, и вообще, по-хорошему, можно перекинуть... Спокойно в левую руку. Бинокль. Раз у нас все так. А, я же хотел еще зажечь факел, да? Давайте зажжем факел реально. А внизу много чего лежит, мы туда обязательно спрыгнем. Но попозже. И вообще, может, давайте заканчивать на этом. Вроде мы хорошо побегали, добили двери Фарса. О, с бабочки упали. Не крылья ли бабочки? Опять же закатная трава. Ну, прекрасно. Остановите заряд заклинания. Кстати, кого мы здесь можем призывать? Джулио. Прикольный. Тоже маг? Тоже маг, но он с палкой копал. Ну, нам фантом не нужен дружелюбный, так что все окей. Да, давайте на этом прощаться. Впереди нас ждет один босс, потом еще один босс, и вообще много чего интересного. Кстати, там ковенант темных духов, можно в него вступить и начать убивать людей. Что насчет того, темный дух ли он Лер? Да он никому не вторгался. Вообще редко это делал. Но здесь, в малом количестве онлайна, когда хочется кого-то поубивать, ты маг, почему нет?
И с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.